Вот смотрите, обычная среднестатистическое российское кладбище. Там вот дальше могилы. Могилы не пойду снимать. Есть такое негласное правило. Я не могу назвать это традицией, что мусор с кладбища с собой уносить нельзя. И согласно вот этого дурацкого правила, люди мусор оставляют за забором кладбища. Или вообще на кладбище, вон там, видите, бросают. Вон там мусор накидан. И это все годами копится. Вот смотрите, мусор стоит. Вот объясните мне, в чем заключается это дурацкое правило, что мусор с собой уносить нельзя. Если вы возьмете мусор, который принесли с собой, помянули усопших, ну вот, без водочки, как говорит, никогда не обходится, и Балтика семерочка, помянули вы усопших, но соберите вы все в пакет, вывезите на свалку. Ну зачем вот это все здесь оставлять? Наверное, я так думаю, что ни в одной стране мира таких ужасных кладбищ с таким ужасным правилом просто не существует. Это вот только у нас в России. Я сомневаюсь, что у народов Кавказа, у восточных народов, которые к Дальнему Востоку ближе, есть вот такое дурацкое правило, что мусор с собой уносить нельзя. Мы превратили в помойку все. Леса, свои подъезды, свои дороги, все обочины усыпаны мусором. Свои кладбища мы все усыпали мусором. Что, люди, с вами происходит, скажите мне? Вы поглупели так? Короче, слов у меня нет. Я вам настоятельно рекомендую. Не следуйте вы этому дурацкому правилу. Пришли на кладбище, помянули усопших, взяли весь за собой мусор, убрали в пакет и с собой унесли на свалку, потом выкинули. Ничего с вами не случится. Покойники вам только за это спасибо скажут. Все. Всем пока.